Переходим к темам выпуска. 27 марта в общежитии номер 1 Десногорска произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт 15-й пожарно-спасательной части города около 7:15 вечера. На место вызова незамедлительно выехали пожарные формирования. К моменту прибытия спасателей из окна комнаты на втором этаже вырывалось пламя. В коридорах пятиэтажного здания было сильное задымление. Был эвакуирован 41 человек. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был потушен в кратчайшие сроки. В результате происшествия 20-метровая комната, где был очаг возгорания, выгорела полностью. Пострадавших нет. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.